на днях. Стихотворение «Светлячки», написано оно прямо вот на лестничной площадке. Вы спрашивали, как пишутся стихи, да? Совершенно иногда вот приходит дочка, все лето отдыхала на юге, там были шторма в районе Сочи, я переживала за нее, как там, не коснулась, не коснулась их. Вот. И вдруг она звонит, я прямо вот на лестнице с ней поговорила и тут же стала записывать, пока я помню это все. Светлячки. Долгожданный звонок, прямо с моря в асфальтовый город. Как ты там? Все в порядке. Здесь ночью полно светлячков. Я стою, не дыша, как твой голос немыслимо дорог, как колотится сердце от малозначительных слов. Что с погодой у вас? Хорошо, улеглись ураганы, море все же штормит, а вчера я ныряла в волну. Бог, храни дочерей, повторяясь каждый день, не устану. Я за всех помолюсь, как за кровно родное, родное.